ничего не будет. Абсолютно ничего нету. И все, каждый, где магнитофон оставим, КГБ-ский закон замашки. Епископ нас повторил это не меньше 20 раз. Дальше что? Дальше что? Ну, то есть, а дальше ничего не шло. Сошлись, пригнулись на магнитофоне. Это именно. Как? Вы боитесь? Это совсем не надо. Как бояться? Я как раз и не боюсь, если я все предлагаю. Вам кому надо не поверить? Что вы не поверили? Мне что, с вами? Я вас ни у кого не уговариваю. У вас сейчас вторая ну, у вас, ну, у нас же служба уже 4 часа. Что? Ну, служба уже 4 часа. Служба здесь, я не знаю, владыка, наш владыка здесь. Владыка тебе пригласит служить, я должен здесь служить. А, ну, значит, нужно вставать. Это останется. Ну, я остался, вы уйдете, я остался, это что тогда? Ну, тогда беседы не надо, давайте. Какой вам пастырь? Да, вы что, ставите свои, как сказать, ему на этом заклинить, что нет, и все. А что, беседы не надо? Что это наведет все. А если было в 60-х, когда не было этих аппаратов? Беседовали? Я думаю так, самое правильное решение. Кто хочет быть налево, кто направо. Разделите, сидите, кто с батюшкой пойдет, я домой пошел. Все. Кто со мной, пошли на вешалку. Вы решайте, сами придите. Я всего ничего не знаю. Давай, если хотите, идите. Погромче. Нам не поверят. А кто будет верить? Не знаю. Я затем вижу слишком много. Я мог бы разложить, но не для этого. Не для этого. Даже фотографию. Нам главное разрешить какие-то вопросы, не то, что кому-то их представить. Батюшка, видите, как все было. Было же все попроще намного. Это тут уже помпезно сделали, понятно, византийскую. А Игнатий Игнатьевич сразу сказал, если не будет записи, мы, братья, не идем. И договорились заранее, что будем. Он что он сказал? Он договорился. Нет, Сергий сказал, да конечно, мы сами со всех сторон. У нас несколько камер будет. Он сказал, он шага не сделал. Приехал наш ладыка, они обговорили здесь. И ни к чему. И отсюда вывод можно сделать. Говорили, почему не против? Сам подумай. Да еще не знаем, почему против. Да, тут надо догадываться, потому что слишком не в ту сторону ветер подул. Вот и все. Я уже кое-что успел сказать. Они говорят, это уже все в рабочую стадию переходит. Это надо в рабочую стадию. Никак. Значит, да. Там скажи, кто с ним видите, а мы сразу пошли. Я пошел домой. Ну мы как договаривались, мы же договаривались на этом. А что я ухожу дома, мне тут делать ничего, я знаю, что ничего. Ну все вместе, общем, все вы проголосовали. А меня вы даже... Да почему вы как говорите? Вы со мной не договаривались. Как, а вы-то оставайтесь. Допустим, батюшка останется, и мы останемся. А из чего состоит будет беседа? То есть делайте, ведите что угодно. Почему я вас не принуждаю идти со мной? Я сказал, я иду, вы как хотите. Что если сказал неправильно? Игорь, я понимаю, что беседы уже больше. Да никакой беседы нету. Игорь, ты идешь сюда или не идешь? Все, я же тебе... Вот давайте конкретно. Вы пошли домой, все на этом закончилось. Они не желают. Все, ответ один. Теперь вы остались, а чем будете беседовать? Нет. Они ничего не будут. Равное время говорить, да я за это, чтобы... Я все согласен, но только, я говорю вначале, молиться надо, чтобы Дух Святой вразумлял. А этого, если нет, это ничего не даст. Ладно, мы будем молиться, но батюшку оставить... Во-первых, батюшка, это вообще не по-человечески. Священник заранее приехал, сказал, пожалуйста, мы сами будем снимать. Ладно, меняется, сказал, сейчас изменилось в них. Ну все изменило, а зачем это сделать 10 лет? Что вы? В стенах хотелось сделать. Сказал, ну вы садите к этому, беседы. А что делать? Надо все эти вопросы поднять. Там и о крещении будет же вопрос. Что, все вопросы в твоей сумке, что ли? Они у тебя в голове и в сердце. Я тебе сказал. Так я знаю, что они скажут. Как они ничего не знают. Да вот один здесь, кстати. Никто не знает, что в человеке, кроме духа. Один здесь, кроме пророка. Я сказал, как они на тебя, козел, там, дурак, ребята. Я говорю, ни один без Бога. Пришел на каких-то волчат и сделали. Вас так и сделали. Обидчивый такой. Тамарину вот эти показали. Да не дает. Бачка, я даже нисколько не обидчивый. Просто это должно быть на камеру. За это мы уперлись. А это все, что было. Камера. Вы подумаем немножко. Гляньте вперед, да, на время какое что Батюшка, я вы сейчас только себе думаете, больше ничего. Вы что, не встречались? Нет. Я не готовился. Ну ладно. Желание, пожалуйста, идите. Все. Так, вы не верите, значит, поверите. Ну почему? Другая ситуация. Игнатий Тихонович сразу не поставил перед фактом. Так, ладно, Игнатий, ты если не отдаешь, я пошел. Зачем придумать? Мне идти надо, кладите, сказать. Ну конечно. Что наворачиваете? Вы же сказали, вы не спойте. Игнатий Тихонович поставил. Ты зачем слова говоришь? Священник два дня назад был. Он приезжал ко мне, секретарь. Обговорили. Он секретарь, это как министр иностранных дел. От себя он ничего не скажет. И я был свидетелем. Он говорит, а мы сами хотели снимать. И Вася свидетель. Тем более, вообще легко. Изменились обстоятельства. Что теперь? Он специально на первом шаге они сразу отказываются от своих слов. Да, конечно. Ничего буду.
Да ничего это не даст. Ничего не даст. Мы уже поняли, что ничего не даст эта встреча. Ну, давайте доведем так, до конца. Ничего не даст. От вас что, отнимется благодать? Вот-вот. Что изменится после этого? Ничего. Ну, ничего не даст. Мы пошли. Мы пришли. Побыли, ничего не изменилось дальше. А теперь ничего. Вы не доведем пошли. До конца и все, и пошли домой. Дело в том, что мы скажем, они говорили, все, хуже не будет. Они лгут уже изначально. Так, ладно. Конечно. Ни к чему это совершенно. То есть они изначально... Мне нужно идти, говорят, нельзя так. Батюшка идет, я пошел. А беседы не будет, батюшка Игнатий, без вас. Нет, это не ждать, я иду, конечно.